Тем временем на юго-востоке Турции, где уже несколько месяцев длится военная операция против активистов рабочей партии, курды массово покидают свои дома. Беженцами стали не менее 200 тысяч человек. Это данные одной из благотворительных организаций. Самая сложная ситуация в Диярбакыре. Накануне полиция жестко разогнала там демонстрантов, которые требовали прекратить силовое противостояние. Против них применили слезоточивый газ и водометы.